Всем привет, меня зовут Александр, и мы с вами снова на площадке полевого города региона Север компании Сингента. На площадке полевого города запланирована обработка гербицидная на кукурузе. Выбран достаточно спокойный день, полный штиль, температура в районе 18 градусов. Вот есть во время моего движения ветерок показывает 0,3-0,4 метра в секунду. Но это, скорее всего, больше связано с моим передвижением по полю для того, чтобы убежать от комаров, которые пытаются мне искусать. Температура, как я уже сказал, на уровне 18 градусов. Солнышко уже село. И буквально через несколько десяток минут кукуруза будет обработана различными гербицидами компании Сингента для того, чтобы продемонстрировать в момент мероприятия эффективность наших продуктов. Я хотел бы вам продемонстрировать состояние культуры на сегодня. Культура находится в фазе 3-5 листьев. Есть отдельное растение, уже показался 5-й лист. Сорнячок, вот мы видим щирицу, куриная проса, буквально устилает поверхность почвы. Покрытие сорняком немножко неравномерное, где-то его чуть больше, где-то чуть меньше. Но я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы оценить эффективность наших продуктов. Мы обязательно оставим контроль необработанный участок для того, чтобы в момент мероприятия продемонстрировать вам эффективность и потенциальную засоренность нашего участка. До встречи! С вами был Александр.